Среди учеников 46-й Ивановской школы есть не только хорошие математики или знатоки литературы. Немало здесь оказывается и искусных портных. Организован собственный дом моделей. Главная законодательница школьных мод – 11-классница Лена Наумова, директор дома моделей. А это художник-модельер из областного дома моделей Лидия Павловна Архипова. Сегодня у них с Леной и ее друзьями профессиональный разговор. Идет заседание художественного совета. Чтобы создать красивую модель, необходимы упорные поиски. У юных закройщиков неплохой вкус. Новинки произвели впечатление. Выбор достаточно велик. В таком костюме можно щегольнуть на выпускном вечере. А это платье на каждый день. И в заключение, словом, здесь все, как в настоящих домах моделей.